Дорогие друзья, сегодня прекраснейший день в жизни наших молодых. Он прекрасен там, на улице. Еще, наверное, прекраснее здесь, особенно, когда рядом стоит уже тот, кого желал, кого полюбил. И мы сегодня будем молиться о благословении этого служения. Во второй главе книги Иоанна, Евангелия Иоанна написано с первых стихов, что был в Кане брак. Я бы сказал, перефразировал немножко, был в таком и брак. Вы знаете, и Иисус Христос также очень важен здесь, на этом браке, как и там. И мы желаем пригласить, чтобы Божье благословение Господа, чтобы Божье благословение и Божье водительство и помазание было на сочетании и было на наших молодых. Давайте совершим молитву. Господи, благослови, пожалуйста, бракосочетание. Мы молимся о том, как и сказано в Писании, чтобы сочетание состоялось там, на небесах. Господь, дай нам быть внимательным к тому, что Ты говоришь к нам во имя Иисуса Христа. Благослови каждого лично, кто присутствует на этом месте. Благослови молодых наших, благослови их родителей. И да наполнится Духом Святым каждый человек любовью Твоею и благодатью Твоею. Во имя Иисуса Христа мы молимся, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. И прежде чем мы начнем бракосочетание, наставление, я бы хотел обратиться к дорогим нашим Юле и Владимиру. Владимир является членом церкви благословения, Юлия является членом Церкви Свет Миру. И вот так вот нашли они друг друга во свете с благословением. Да поможет вам Господь. Но хотел бы задать один вопрос. По любви ли вы вступаете в брак? Или, может быть, вас кто-то попросил, заставил? И также хотел спросить родителей. Дорогие родители, брат Леонид, Людмила, Иван, Ольга, благословляете ли вы своих детей на то, чтобы они сегодня вступили в брак? Слава Господу! Слава Богу! Дорогие друзья, очень важные компоненты есть в Священном Писании, которые говорят о браке. И мы не сможем перечислить сегодня все, что сказано в Библии о том, как Господь желает, чтобы наши молодые жили, как мы живем, кто уже женат или вышел замуж. Но некоторых аспектов мы, естественно, коснемся. И прежде всего, я хотел бы сказать, что брак – это установление Господне. Это не кто-то придумал. На сегодняшний день много есть извращений брака. Или пустили по другим, так сказать, колесам или рельсам. Но Божье предопределение было о том, что есть один мужчина и одна женщина. И кроме того, сказано, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене. И мы понимаем, что это, я дальше буду говорить об этих вещах, но мы понимаем, что это не значит, что мы должны отречься от своих родителей. Ни Юля, ни Владимир не должны отрекаться. Но это значит, что они будут жить. То есть брак создан вместе для совместной жизни. То есть не в разных комнатах с сегодняшнего дня вы будете жить. Я имею в виду жить. И вы не будете в разных домах больше жить. Я не знаю, ли вы сняли уже квартиру или нет. Если нет, то будет, наверное, отдельное у вас жилье. Но важно, чтобы ваши сердца действительно жили вместе. Можно в одной комнате, я думаю, кто постарше знают. Можно жить в одной комнате, но отдельно. Но брак для совместной жизни. И Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Нехорошо быть человеку одному. Я не буду сейчас просить, чтобы подняли руки, кто женат, не женат, замужем, не замужем, и сказали, хорошо вам или нет. Но те, кто женаты, я думаю, основная масса из нас могут сказать, что да, Господь сочетал, да, есть благословение. Мы, как церковь, благословляем браки и категорически против всяких разводов. И
это имеется в виду, прежде чем я начну обращаться к вам, дорогие Владимир и Юлия, я хотел бы акцентировать на это внимание, что брак до конца дней жизни. И Господь знает, сколько мы будем жить, Господь знает, сколько вы будете жить, но это значит, что вы будете друг с другом до конца дней. И, конечно же, в любви. Это не значит, что просто жить в одной комнате, но отдельно. И также брак очень важен, потому что он является как прообразом церкви, сочетание Господа с церковью. Дорогая церковь, вот невеста, которая стоит перед вами, она является прообразом церкви, которая выйдет к жениху. И те из нас, которые верующие, которые знают Господа и знают цену этому, и какая жертва стоит за этим, понимают, насколько это важно, чтобы мы, как церковь, в свое время встретились с нашим Господом и вошли в Божье Царствие воротами. Да будет имя Божье благословенно. Одно из важных установлений о браке также то, что есть люди, некоторые, которые запрещают брак. Я говорил, что есть извращение, но есть люди, которые запрещают вступать в брак, и как церковь мы также против такого отношения, и мы благословляем брак как таковой, как установление Господне. И пусть Господь поможет вам, дорогие Владимир и Юля, осознавать это и понимать в полной мере, что Господь желает от вас. Также Священное Писание говорит о том, каждый и каждая имей свою жену и своего мужа. И здесь я хотел бы обратиться и к церкви, присутствующим здесь, и к вам также лично, что с сегодняшнего дня ваш взгляд должен быть друг на друга. Никакое косоглазие не должно быть в вашей жизни. Никуда в сторону вы не должны смотреть. Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. И это духовное, если сказать косоглазие, оно не рождается в глазах, оно рождается в разуме. Поэтому да сохранит вас Господь, чтобы вы стояли в вере и в верности друг к другу. Это то, что Господь желает от вас. Это то, что желаем мы, как церковь, видеть. Аминь. Чтобы вы были вместе и были верными друг другу. Я хотел бы обратиться сейчас к Владимиру. Слово Божие говорит, что я уже упоминал, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене. И речь идет не только о тебе, дорогой Владимир, но также и об Юлии. Но это не значит, что мы друг другу, когда мы в браке, должны запрещать приходить, посещать, помогать своим родителям. То есть Юлия свободна пойти к своим родителям, не жить. И Владимир свободен пойти к своим родителям и тоже ненадолго посетить и потом дальше вместе. Поэтому, Владимир, ты как священник в доме должен прежде всего осознавать эти вещи, что оставит, но не отрекся. И да поможет в этом Господь также тебе. Священное Писание обращается к мужьям уже, а ты через некоторое время, очень короткое, будешь уже мужем, пока ты в статусе жениха и Юлия в статусе невесты. Но Священное Писание в послании к Ефесянам в 5 главе говорит о том, чтобы любили жен своих мужья, как Христос возлюбил церковь. И это та любовь, которая подразумевает жертву. Это та любовь, которой Христос возлюбил церковь свою и готов был идти на смерть для того, чтобы церковь воспряла, восстала, двигалась пред небом и пред людьми. Поэтому ты как священник, кроме того, ты являешься мужем, и тебе повеление не от меня, но и от меня тоже, от Господа. Люби свою возлюбленную. Люби всем сердцем и всей душой. И да поможет тебе в этом Господь. Священное Писание очень много акцентирует внимание о том, чтобы мы были верными своим женам
И Священное Писание говорит о том, чтобы мужья были верными женами. И я как раз то, что упоминал об этом духовном или искривленном косоглазии, душевном, когда люди смотрят где-то на сторону. Верность – это важный фактор. Верность Господу, верность своей супруге. И да поможет Господь также тебе в этом осознавать и понимать эти вещи. Священное Писание говорит о том, чтобы мужья оказывали честь и жены сонаследницы благодатной жизни. Оказывать честь. Уважать человека, когда мы прикрываемся своими словами. Вот мы любим, мы где-то, вот как славяне, мы любим внутри, мы улыбаемся внутри, мы любим внутри где-то. Но вы знаете, наши жены, наши мужья хотят, наверное, увидеть эти знаки любви. Поэтому, Владимир, это под твоей ответственностью, чтобы эта любовь была заметна не только в твоих словах. Твое присутствие незаменимо никем и ничем рядом со своей возлюбленной. Твое отношение, уважение, оказывание чести, я всегда повторяюсь, не только на кухне. Ты не выполнил, скажем, свой долг, если просто сказал в конце ужина «спасибо». Есть что-то большее, что ты можешь сделать. Но, кроме того, это не единственное место, где мы должны оказывать честь своим женам. Везде, на каждом месте. И это чувствуют люди, это чувствует сама жена. И ты растешь в этом. Это только благословение. Это не потеря своего авторитета. Это не самоунижение. Это оказывание уважения и чести своей супруге. Да поможет Господь тебе также в этом. И Священное Писание также говорит, еще раз я повторюсь в этом, что каждый имей свою жену, своя жена. Мы не признаем, и Священное Писание не благословляет многоженство. Ни духовное, ни физиологическое. Одна жена, один муж. И Господь благословляет вас сегодня именно на такую жизнь. В любви, в верности друг другу и оказывание чести в уважении. И я хочу задать вопрос тебе, Владимир. Вот те пункты, которые были перечислены, верность, любовь, уважение, обещаешь ли ты пред Господом, пред церковью, в болезни или в здравии, в богатстве или в бедности? Любить свою возлюбленную Юлию, уважать ее и быть верным ей. Слава Господу! И сегодня небо, церковь и самое, также одно из важных вещей, что Юлия слышала это тоже. Слава Богу! Юлия, хотел бы также обратиться к тебе. Я знаю, что мы всю жизнь с молодости, когда начинаем осознавать, что когда-то мы будем жениться, выходить замуж, мечтаем о ком-то, мечтаем о чем-то, как это будет, кто это будет, как он будет выглядеть. Молимся за это, я думаю, ты не исключение, но и Владимир, само собой. Мы молимся об этом и мечтаем. Вот этот день наступил. Я знаю, наверное, предполагаю, что вы чувствуете в себе внутри, в частности, особенно женское сердце, трепет и так далее. Наступил тот долгожданный день. Ты рада? Слава Богу! И знаете, эту улыбку ничем не заменишь. И это действительно искренно то, что говорится. Я хотел бы сказать тебе, дорогая Юлия, что вот как ты сегодня украшаешь не только Владимира своим видом, но и эту сцену, и даже этот зал ослепляешь своим белоснежным платьем и своей прекрасной улыбкой. Но также, когда в браке, ты должна продолжать это делать, быть венцом для мужа своего. Это Священное Писание, которое говорит, что добрая жена – это венец
добродетельная жена – это венец для мужа своего. Ты не будешь ходить всю жизнь в этом платье, правда? Может быть, сохранишь его, может, нет, я не знаю, что вы решили. Будет другое платье, но дальше ты будешь уже не невеста, а жена. И пусть Бог поможет тебе быть действительно венцом, этим украшением для своего мужа. Не только физиологическим, как он будет выглядеть, но как он будет себя чувствовать, как он будет молиться, как он будет стоять пред людьми и пред Господом. Чтобы этот венец не был с колючками, чтобы это все было удалено, чтобы не был терновый венец, а был венец как украшение. Да поможет тебе в этом Господь также. Священное Писание также указывает о том, чтобы уважение было взаимное, чтобы оказывали честь друг другу. И я также хотел бы попросить тебя наставить в том, чтобы ты уважала своего мужа. Мы дойдем также до любви. Но я не случайно акцентирую внимание на уважении, потому что это важно. Это важно. Когда он будет приходить с работы, когда он будет куда-то выходить, чтобы он чувствовал, что он уважаемый человек, уважаемый муж, по крайней мере, дома. Ну, а что уже будет в других местах, это зависит и от тебя, опять же, и от Владимира. Уважай своего супруга, уважай Владимира. Священное Писание говорит о том, чтобы старшие женщины или пожилые старицы учили, как любить своих мужей молодых. Я хотел бы обратиться к старшим, чтобы вот это вот искусство научить молодую жену, супругу, любить своего мужа многого стоит тоже. Не только муж должен любить жену, но и жена в ответ или взаимно должна любить своего мужа. И мы сейчас наставляем, я думаю, ты услышишь эти слова от своей мамы, от своей второй мамы, о том, что нужно любить, на этом держится. И дай Бог, чтобы те старшие, это уже наставление к тем, кто старше в зале, чтобы научили молодых, ну и сами, естественно, любили, научились любить, как бы это ни было трудно или тяжело. И, наверное, один из пунктов, может быть, для братьев, для будущих мужей, для мужей настоящих, которым Священное Писание говорит в Ефесянам в 5 главе, где сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, это такой важный пункт, и мы так его часто интерпретируем неправильно, изглаживаем краски, сглаживаем и что-то пытаемся поставить по-другому, изменить эти строчки, как они должны двигаться. И, естественно, в начале этого текста там сказано о том, чтобы была взаимность, повиновались взаимно друг другу. И я не имею в виду, что, Владимир, ты должен быть каким-то диктатором, и Юля должна только постоянно ходить перед тобою и дребезжащим голосом разговаривать с тобою в страхе. Повиновение в любви – это гораздо большее чувство. И в этом повиновении, когда мы повинуемся друг другу, когда жены повинуются мужьям, оно как-то становится все на свои места, на божественное, на Божье место, на библейское основание. И как бы мы ни пытались это изменить, как бы мы ни пытались это поставить, как я уже говорил, в другом порядке, оно, Слово Божие, не изменишь. Поэтому я очень желал бы, что даже в этой культуре, где мы живем, где много говорится о других вещах и убеждают поступать как-то по-другому, но результат налицо, что на сегодняшний день очень много разводов, очень много сожительств для того, чтобы даже не вступать в какие-то брачные связи, чтобы не быть обязанными друг другу. Поэтому вы решились уже, вы сделали это, вы стоите перед Господом и перед Церковью, и
вы важный шаг сделали. Поэтому, Юлия, да поможет тебе Господь, чтобы последнее слово действительно в семье было за Владимиром. И, как я иногда говорю, не то слово «да, дорогая», но чтобы он мог принимать решения. И это божественное установление. Да поможет Господь и да благословит. Слово Божие говорит о том, в книге «Бытие» во второй главе сказано, что «плодитесь и размножайтесь, и обладайте землею». Такие важные, важные вещи, которые сказаны в Священном Писании. И да поможет вам Господь иметь деток, да поможет вам Господь действительно думать шире в рамках своей семьи, смотреть на церковь, как Божье установление, и служить в церкви, где вы будете, служить людям за пределами церкви, за пределами своей семьи, действительно быть в уважении. Но если вы друг друга будете любить, друг друга уважать, то оно станет все на свои места. Господь поселил нас на эту землю для того, чтобы мы обладали, чтобы мы каким-то образом влияли, чтобы мы каким-то образом имели значение пред Господом. И хоть мы маленькие пылиночки на этой земле, в глазах Божьих в пределах времени, которое живет эта вселенная, и если смотреть с небес на нас, но мы имеем огромное значение пред Господом. И наши сердца, наше сочетание, когда мы сочитываемся, когда Господь сочитывает на земле, это таинство совершается на небесах, и вы имеете значение в Божьих глазах. Дорогая сестра Юля, я хотел бы обратиться к тебе с этими словами. Обещаешь ли ты пред Господом, пред Владимиром, перед церковью, в любых обстоятельствах, в бедности, в богатстве, в болезни или в здравии, обещаешь ли ты любить своего мужа, уважать его, повиноваться ему? Обещаешь ли? Слава Господу! Это важные слова прозвучали сегодня в этом зале. И, может быть, для кого-то, кто чуть ли не каждую субботу ходит на бракосочетание, на свадьбы, это, кажется, еще один брак, еще одна суббота, но для них это единственный и неповторимый день. Да, вы можете его повторить, глядя где-то видео, посмотреть, как все это было. Но сочетание, которое состоится на небесах во время молитвы, вы однажды и навсегда будете сочитаны нашим Господом. Да поможет вам в этом Господь. Я еще прежде, чем мы будем молиться, хотел обратиться к родителям. У нас есть семья Радько, брат Леонид и сестра Людмила, и также семья Крахмаль, брат Иван и Ольга. Я бы хотел обратиться к вам. Перед вашими глазами уже на протяжении, по крайней мере, пару десятков лет были эти молодые люди. Я имею в виду Юлия перед родителями и Владимир перед своими родителями. И я знаю также, что вы мечтали и молились. Наверное, когда еще женились, уже мечтали и молились о тех детях, которых вам даст Господь. И сегодня это совершается прекрасное таинство и ожидаемый день. И я верю, это будет в благословение и вам, как родителям, и дорогим нашим молодым. Хотел бы попросить очень, то место, которое сказано, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене. Помогите им прилепиться еще больше. Не вносите какой-то диссонанс в семейные взаимоотношения. И единственный совет, который вы можете давать, если, не дай Бог, пришел один Владимир или одна Юлия, и именно принципиально один или одна, единственный совет, что иди домой. Иди домой, наведи порядок во взаимоотношениях. Я верю, что такого не будет. И вы выше этого. Но, дорогие родители,
будьте мудрыми в этом отношении. Я знаю, тяжело отпускать. Знаю, был там, есть там. Поэтому тяжело как бы отпускать. И что-то как обрывается в сердце родителей, кто женил своих дочерей или сыновей, понимают меня. И, может быть, сыновья и дочери до конца это не понимают. Но да поможет вам Господь отпустить и дать возможность им возрастать как семье. Обещаете ли вы пред Господом это? Слава Богу! Слава Богу! На основании ваших обещаний друг другу вы сказали «да» пред Господом и перед Церковью. Мы будем сейчас молиться. Это как раз то время, когда Господь будет говорить в ваши сердца. Это то время, когда вы будете говорить Господу ту сокровенную молитву. И эта молитва будет произнесена в таком виде, какая она есть, один раз в жизни. Но в дальнейшем я направляю вас к тому, чтобы вы каждый день стояли пред лицом Божиим. Лицом друг к другу, может быть, так, как вы будете стоять пред Господом сегодня и молиться Богу живому, который будет дальше вас соединять и совершать ваше спасение. Это так важно в этом мире, когда попираются законы Божьи и законное Божье установление брака. Это так важно, чтобы вы пребывали в Слове Божьем, не только до брака, но и после бракосочетания. И я не буду сейчас выводить вам формулы, сколько вы должны прочитать. Вы услышали это в церкви и услышите, наверное, еще не раз. Но чем больше, тем лучше. И тем крепче будут ваши взаимоотношения. И это серьезно, это важно. И да поможет вам в этом Господь. Вы сейчас можете преклонить колени, пожалуйста. Дорогая церковь, мы можем встать. И очередность молитвы будет молиться невеста, пока еще невеста, потом жених Владимир, потом родители невесты, родители жениха. И потом мы, как церковь, совершим молитву за наших возлюбленных и любимых друг другу. Да благословит вас Господь! Дорогой, любящий Отец Небесный Иисус, Господь, я прихожу сегодня пред Тобой, Господь. Я так сильно благодарна Тебе, Господь, за этот денечек, Господь. Спасибо, что так сильно благословляешь, Господь, всю мою жизнь, Господь. Я вижу руку Твою надо мной, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь Иисус. Спасибо Тебе, что я познала Тебя, Господь. Спасибо, что Ты открылся мне позже, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты есть мой Спаситель, Господь, что Ты спас и оправдал меня, Господь Иисус. Я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за моих родителей, Господь. Спасибо, что они воспитали меня, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Благослови их и дальше, Господь. Дай им здоровье, Господь. Помоги дальше им быть светлым примером, Господь. Благослови, пожалуйста, Господь, этот денечек, Господь. Спасибо, что нас благословил, Господь. Спасибо Тебе за погоду, Господь Иисус. Благодарю Тебя, Господь, что Ты все-все устраиваешь, Господь. Спасибо, что Ты мне подарил Вовонька, Господь. Я так благодарна Тебе за этот подарок, Господь. Ты ответил на каждую молитву, что я просила Тебя, Господь. Ты благословляешь, Иисус. Я вижу этого в каждых деталях, Господь, даже в самых мелочах, Господь. Спасибо Тебе, что Он есть в моей жизни, Господь. Прошу Тебя, Господь, благослови его, Господь. Помоги ему быть мужем, Господь Иисус, таким, как Ты хочешь его видеть, Господь. Чтобы он был, Господь, и лидером, и священником, и пастырем в доме, Господь. Благослови, пожалуйста, Господь. Помоги мне уважать его, Господь. Помоги мне его слушаться, Господь. Помоги мне быть мудрой женой, Господь. Доброй, Господь. Прекрасным венцом, Господь, для него, Господь. Молю Тебя, Господь. Ты будь в нашей жизни, Господь, номером один, Господь. Ты будь центром нашего внимания каждый день, Божий Иисус. Молю Тебя, Господь. Ты всегда, Господь, будь с нами, Господь. Не дай никакому греху проникнуть в наш дом, Господь. Пожалуйста, Ты будь с нами, Господь. Благослови также наши будущие дети, Господь. Иисус, прошу Тебя, Господь. Пусть мы во всем и дальше будем видеть руку Твою, Господь. Помоги нам также быть светлым примером для окружающих, Господь. Идти и служить Тебе от всего сердца, Господь. И чтобы Ты был прославлен в нашей жизни, Господь. Благослови, пожалуйста, и дальше этот день, Господь. Спасибо Тебе за все. Аминь. Отец наш Небесный, мы пред Тобой сегодня стоим. Это Ты сотворил этот день.
Это не просто мы вот так захотели. Это не просто, Господь, как-то все получилось. Я верю, что это все по воле Твоей. Только потому, что Ты позволил. Только потому, что Ты все вот так вот устроил. У нас все есть, у нас все получается, Господь. Я благодарен Тебе за то, что именно такая Твоя воля. За то, что именно Ты открыл мне именно Юленьку, Господь. Я благодарен Тебе, Иисус. Я прошу, чтобы сейчас, вот в данный момент, эта молитва не была просто какой-то формальной, вот, потому что все так делают. Я прошу, чтобы Ты по-настоящему, Господь, посетил нас сегодня. И не только сегодня, но и на дальнейшую жизнь, Господь. Чтобы Ты был постоянно с нами, Господь. Помоги вот сейчас каждому почувствовать Твое присутствие. Именно чтобы каждый это понимал, Господь. Чтобы я это понимал, чтобы я помнил, что я хожу пред Тобой. Не просто меня люди видят, не просто теперь жена меня будет видеть каждый день, но Ты меня видишь, Господь, я перед Тобой хожу. Я благодарен за то, что мы с Тобой познакомились. Ты так вот захотел, Ты вот так изволил, Господь. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что все хорошо. За родителей, Господь, и за Юлиных родителей. Ты устрояй до конца нашу жизнь. И этот день, Господь, пускай все будет по воле Твоей. Ты наш великий и славный. Аминь. Дорогой Иисус, я очень благодарна Тебе за этот день. Слава Тебе, что до сего места Ты помог нам, Господь. Слава Тебе за все Твои милости, Господь. Слава Тебе. Велик Господь, достоин славы, достоин Ты один только славы и никто другой. Слава Тебе. Слава Тебе за все, что Ты посылаешь в жизни, Боже, что Ты пронес, что Ты поддержал, что Ты охраняешь нас. Слава Тебе, Господь, что Ты любишь, что Ты заботишься. Слава Тебе, Господь, благодарю от всей души, что Ты подарил нам Юлечку в семью. Благодарю от всей души, Господь, что Ты подарил нам Вовочку в семью. Благодарю Тебя, Господь, за прекрасных родственников, которых Ты сегодня подарил нам, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господи. Прошу Тебя, благослови Юлечку и Вовочку. Благослови их жизнь. Всеми благословениями неба благослови их, Господь, от верхних источников и от нижних благослови их, Господи. Помоги им, Господи, трудиться для Тебя. Помоги, чтобы труд для Тебя стал целью и смыслом их жизни на земле. Помоги, Господь, чтобы Библия стала их настольной книгой, Господь. Помоги, чтобы молитва, Господь, была самым прекрасным временем, проведенным именно на этой земле. Помоги, Господь. Помоги, научи, дай им силы, Господь, прощать друг друга, любить друг друга. Забывать ошибки друг друга, благословлять друг друга. Дай им силы, Господь, для этого. Дай им силы, прошу Тебя. Благослови их, Господи. Сильно и мощно благослови их, Господь. И нас благослови, Господь. Помоги отпустить Юлечку, Господь. Помоги. Дай им мудрости, Господь, как пройти эту жизнь, Господь. Дай им остаться верными Тебе, Господь, чтобы не встретила в жизни, Господь. Дай им, Господи, верно сохранить друг другу. Прошу Тебя, Господь, благослови их, Господь. Да благословит их, Господь, Юлечку и Вовочку, и сохранит их. Да презрит Господь светлым лицом своим на них и помилует их. Да обратит Господь лицо свое на них и даст им мир. Да почиет Дух Господень на них. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Слава Тебе за все, Господь. Аминь. Господи Боже наш Иисус, я благодарен Тебе за милость Твою. Слава Тебе. До сего времени, Господь, мы храним и Тобою, Иисус. Слава Тебе и за этот день, Господь. Благодарность Тебе, Боже, за детей наших, за Юлю, Господи. Слава Тебе, что Ты помогал нам, Господи, растить ее, Господь и Бог мой, что нас детских лет знает Тебя, Господь. Слава Тебе, аллилуйя. Боже, и за этот день, Господи, мы просим и молим Тебя, благослови дальнейшее время и Юлю, и Вову, Господи, Боже мой, и ихную семейную жизнь, Боже. Благослови, Господи, Бог мой, мы призываем имя Твое и просим и молим Тебя, помоги нам всегда
только нашу надежду возлагать на Тебя и верить, что Ты наш Бог, и Ты ведешь нас, слава Тебе, Господи. И чтобы не встречалось жизни ихней, Боже, помоги им всегда видеть Тебя, Боже. Иисус, веди и храни, Господь, чтобы они воистину могли быть примером для многих тех, которые окружают их, Господь, чтобы через их жизнь еще многие могли познать Тебя, Боже. Благослови, Господь и Бог мой, Господи, и когда Ты дашь им наследство, Господь, детей им, благослови, Господь и Бог мой Иисус, пусть они также знают Тебя и служат Тебя всегда, Господь. Мы просим и молим Тебя, и предстоящее все служение, благослови и прибудь, Господи, и каждого, кто на этом месте, Боже, да будет милость Твоя над нами. Мы все продаем в руки Твои и славим Тебя, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче Небесный, я благодарна Тебе. Я благодарна Тебе за то, что я могу прийти в молитве к Тебе, потому что Сын Твой, Иисус Христос, пострадал в прощении грехов моих. И Ты, Господи, Ты нашел меня в этом мире. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты подарил мне это спасение. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты подарил мне семью, за мужа моего и за детей, которых Ты нам подарил, Господи. Ты помог нам воспитать их. Я благодарю Тебя за это. И также я Тебя сегодня хочу поблагодарить за Юлю, которая становится дочерью нашей. Я благодарю Тебя за семью, в которой она выросла. И прошу, Господи, пусть благословение Твое прибудет над их семьей и на дальнейшую их жизнь. Господи, помоги им искать Тебя. Помоги им не удаляться от Тебя. Господи, благослови их в этом. Благослови нас, как родителей, помогать им советом, помогать им финансово, помогать всем, чем мы можем. Не оставь нас, Господь, и помоги нам не оставлять Тебя. Слава Тебе за все, наш Бог. Аминь. Отец и Бог, я благодарен Тебе за этот день наступивший. Я благодарен Тебе за погоду, за друзей, которые пришли разделить с нами радость, Господи. За то, что Ты на этом месте, Господи. Я благодарен Тебе. И ставшим, я прошу, Господи, Твоего благословения, Господи. Ты видишь эту молодую пару, Господи, наши дети, Господи. Приди и благослови их, Иисус. От первого дня, от первого часа, Господи, и на всю жизнь, Господи. Чтобы они всю свою жизнь слагали у ног Твоих. Чтобы они всегда были рядом с Тобой, Господи. Благослови их как духовно, благослови их физически, Господи. Благослови их детками, Иисус. Во всем да будешь Ты прославен, наш Бог. А за то, что до этого часа Ты благословлял и миловал, и сохранял, Господи, за все слава Тебе, достойному Богу. Аминь. Дорогая церковь, сейчас мы молимся все. И эти несколько минут давайте сосредоточим внимание именно на молитве. Да благословит вас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы приходим пред Твоим святым лицом. И как церковь, и как служитель, Господь, мы благословляем наших молодых. Но мы желаем и жаждем, чтобы Твое благословение, Твое помазание и Твое откровение наполнило их совместную жизнь. Боже, открой Твои источники, открой Твою славу, двери благодати Твоей. Аллилуйя Тебе, чтобы духовное, материальное, душевное благополучие было в этой семье. Мы молимся за Владимира и за Юлию, чтобы с сегодняшнего дня их путь был совместным во имя Иисуса. Да будет Твое божественное откровение над их жизнью. Да будут они благословением для окружающих. Да будут они благословением в церкви, для родителей, для своих детей,
для друга во имя Иисуса. Мы молимся, чтобы в их жизни была любовь, уважение, повиновение. Господь, во имя Иисуса, мы молимся, чтобы не было диктаторства, но чтобы была Твоя слава. И, Господь, друг к другу сочувствие и движение правильное пред лицом Твоим святым. Господь, чтобы никто из них не был тенью друг друга, но чтобы как личности пред лицом Твоим и друг пред другом стояли, Господь, в проломе за свою семью, за свое дело, за церковь, в которой они будут совершать служение. Боже, благослови, чтобы Юля была венцом и украшением, добродетельной женою, доброй, поддерживающей помощницей Владимиру во имя Иисуса. Господи, мы просим, чтобы любовь огромная лилась из сердца и из уст Владимира по отношению к своей супруге Юлии. Боже, благослови и дай им силу на это. Дай Твое божественное, Господь, водительство. Аллилуйя Тебе! Славим и молимся о том, чтобы сочетание, Господи, совершилось там, на небесах. Да будет имя Твое благословенно. А мы, как церкви две, как служителя, молимся о том, чтобы Твое благословение прибыло на этой новой семье Владимира и Юлии. Благослови их родителей, дай им мудрость и дай им взаимопонимание. И, Господи, да будет имя Твое благословенно в жизни новой семьи, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Вы можете встать. Сейчас я попрошу поднести столик к молодым. Мы приступаем. Мы сделали, что мы должны были. И мы верим в то, что сочетание совершилось там, на небесах. Мы имеем какие-то обязательства пред законом, пред государством, в котором мы живем. И я думаю, такой важный момент наступил для Юлии и для Владимира. И это не то, чтобы важнее того, что уже сделалось, но просто, чтобы кому честь, кому нужно оказать уважение, мы оказываем и стоим пред законом и исполняем закон. Поэтому да благословит вас Господь, а передумать уже не можете. Поэтому, пожалуйста. Свидетели. Дату, пожалуйста. Пожалуйста, вы можете нести.
сейчас я попрошу этих твоих молодых людей подойти сюда или одного. И обменяться кольцами, как знак верности друг другу пред людьми. Свершилось то, о чем вы желали, то, что, о чем вы мечтали перед церковью, пред родителями, друзьями, пред Господом. Я хочу сказать такой стих, очень важный стих, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ни вы тот человек, ни вы родители, никто из здесь присутствующих, и где бы то ни было, ни я, мы не имеем права разрушать то, что сочитано Господом. Поэтому дай Господь вам силы продвигаться вперед с той любовью, которая у вас есть в начале, и которая будет только укрепляться дальше. И сейчас пред всеми я хочу объявить вас законными мужем и женой. Сегодня родилась семья. Я думаю, семья Крахмаль, Юлия и Владимир. В вашем полку прибыла семью Крахмаль. И ваш тоже, под другой фамилией. И вы, конечно же, можете закрепить, так сказать, свою любовь или поприветствовать друг друга. You know what to do. Дорогие друзья, мы только что были свидетелями рождения новой семьи. Это прекрасно. Сейчас у вас будет возможность поздравить их, благословить их. Потом, я думаю, распорядитель что-то должен прийти сказать, или Владимир, ты объявишь сейчас, когда вы хотите, чтобы были на месте, в соседнем зале. А сейчас я хочу пригласить всех, но пользуясь, прежде всего, конечно же, родителей, вы можете пройти наверх, но пользуясь случаем и микрофоном, я поздравляю вас. Благословений. Поможет Господь. Родители, пожалуйста. И потом за родителями могут пройти другие. Друзья и дружки, да? Владимир. Минут 15-20 фотографируемся и дальше туда кушать. Перевожу. В соседний зал. После минут 15-20 благословений.
Six on the second hand to New Year's resolutions, and there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost. Take what I took and give it back to you. Something that loves me, but I'm torn.